Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс. Авторы Мерзляк, Полонский и Кир» под номером 880. Нас просят записать все целые положительные числа меньше 5,3 и числа, противоположные им. Отметьте все эти числа на координатной прямой. Итак, давайте запишем это задание с помощью сначала неравенства. Итак, нам нужно найти, во-первых, положительные числа. Все положительные числа – это числа, которые больше нуля. То есть 0 меньше, чем эти числа. И в то же время все эти числа должны быть меньше числа 5,3. И при этом а должны быть целые числа. Ну и давайте запишем целые положительные числа меньше 5,3. Самое маленькое положительное целое число меньше, чем 5,3, это будет число 1. Следующее число 2, 3, 4 и 5. Точно так же нам нужно с вами записать противоположные им числа. Чтобы записать противоположные числа положительным числам, достаточно перед ними поставить знак минус. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 и минус 5. Ну и теперь нам нужно отметить эти числа на координатной прямой. Возьмите карандаш и линейку и начертим с вами координатную прямую. Чтобы прямая стала координатной прямой, мы указываем у ней направление на ней, начало отсчета 0 и единичный отрезок. У меня это 1 сантиметр. И теперь отмечаем наши числа. Итак, число 1 справа, слева такой же единичный отрезок, но влево это уже будет минус 1. Вправо от начала отсчета 2 единичных отрезка – это 2. Влево столько же отрезков – это минус 2. Вправо 3 единичных отрезка – это 3. Влево 3 единичных отрезка – это минус 3. Вправо 4 единичных отрезка – это 4. Влево 4 единичных отрезка – это минус 4. Вправо 5 единичных отрезков – это 5. Влево 5 единичных отрезков – это минус 5. Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.